Всем привет! Сидели с домашним, попросили меня записать видео, да и сам хотел про то, как заниматься дома, как я занимаюсь и вообще на что, и показать какие-нибудь упражнения, чтобы дома вам сиделось весело, спортивно и по-фехтовальному. Просто делать какую-то силовуху дома, отжиматься, приседать, какие-то выпады делать, классно, но нужно, но скучно. Вам из чертей делать прессы, отжимания, сколько-то месяцев мы просидим. Дольше. Вот. Поэтому я выбрал для себя аэробику. У меня уже была практика занятий ритмикой. Альберт Ташов придумал на канале, у меня про это видео есть. Сейчас я вам упражнение свое любимое из ритмики покажу. И скажу потом, чего дальше делать с этим прекрасным знанием. Можно делать даже без палки. Просто махать руками с палкой, наглядите. Посмотрели, где у вас висит люстра. Прицелились так, чтобы под ней не попасть. Палка у меня специально короткая. Первое. Становимся в какую-нибудь стойку. Сначала левостороннюю делаем минут 10-15, потом правостороннюю минут 10-15. Ручки поставили. Шагаем правой ногой. Я буду шагать поперек, поэтому шаги будут короткие. Но вообще надо шагать вдоль, чтобы шаги делать пошире. Делаем первый шаг. Правой ногой бьем щитом. Бах! Рука прикрывает голову. Шагаем левой ногой, бьем мячом, замахом через квинту. Бах! Щит прикрывает голову. И с задней ноги пробиваем фронт-кик. Бам! Возвращаем ногу назад. И отходим. Шаг, шаг. И в сумме получается. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И второй вариант. Меняем стоечку. Первый шаг будет левой ногой, и поэтому бьем мячом. И раз, два, три. Раз, два, три. Соответственно, удар будет получаться левой ногой. Раз, два, три. Раз, два, три. Любая музыка с ритмом включается, выбирается вам по силам и делается. Чтобы это самое простое и эффективное, что можно для пробоев, для какого-то, для бугуртов, даже для фехтования. Тут и ножки работают, вы ходите куда-то, и вы ногами машете, и руки ваши делают правильные движения. Плюс это аэробная работа, то есть сердечко работает, кровь гоняется, все классно. Ну, признаюсь честно, мне скучно делать. Не нормально делать минут по 15, но вот чтобы час делать одно и то же, скучновато. Есть два варианта. По первому можете пойти вы можете пойти на канал ко мне, посмотреть видео про ритмику, там разные варианты есть. По второму варианту пошел я включил первую попавшуюся с YouTube программу по аэробике для начинающих на полчаса, и с какой-то девочкой помахал руками, ногами, было классно. Вот, что я вам советую. Это раз. Вот аэробику поделать здорово. Силовуху, отжимания, всякие приседания обязательно делаем. У нас полно времени, поэтому уделяем внимание тому, чему на тренировках внимания не уделяли очень мало, либо не уделяли никогда. Первое. Это прекрасная разминка минут на 15. Обычно нам всем лень ее делать. То есть вначале начали шеи во все стороны, покачали, минуту 3 этому уделили. Там плечики размяли, вот сверху вниз, полноценная разминка, вот все как полагается. Часто мы этим пренебрегаем. Потом, шею надо закачивать. То, чего мы не делаем практически никогда, а хорошо бы делать почти каждый день. Это легли на пол животом, поподнимали вниз вверх, там, под нагрузочкой. Если у вас жена есть, привлекли ее, она вас за затылок взяла, и под напряжением шейку вы покачали чуть-чуть. Не надо делать качать шею в мостике, там, в упоре, на голове, по-борцовски, не нужно. Еще поломаетесь, сейчас вас чинить будет некому. Ну и все, делаем аэробику, не унываем, качаем отстающие группы мышц. Да, кстати, запястье неплохо покачать. Тоже у меня на YouTube есть видосик. Берем что угодно, можно фальшон, меч, гантель,
и под разными углами, без рывков, зафиксировав локоть, прокачиваем предплечье, кисть. Тоже будет полезно. Ну, давайте все, окончательно прощаться, не унывайте. Всем пока!